Всем привет! Сегодня мы приготовим шаурму – универсальное блюдо для быстрого перекуса. Сейчас модно делать шаурму с так называемой рваной свининой. Давайте и мы приготовим. Но чтобы блюдо получилось сбалансированным, дополним свинину свежей огуречной заправкой и зеленым салатом. Чтобы приготовить рваную свинину, мясо очень долго тушат с добавлением разных специй. Но у нас есть готовая тушеная свинина. В ней только отборное сочное мясо. Не придется тратить время. Нужно просто открыть консервную банку. Переложим тушеную свинину в миску, смешаем с хлопьями красного острого перца. Добавим молотый кориандр и сухой орегано. Оставим мясо минут на 15-20. Пусть пропитается ароматами. Добавим к свинине помидор. Удалим из помидора семена и нарежем только мякоть. Пока начинка настаивается, давайте приготовим огуречную заправку. Огурец нарежем кубиком. Выжимаем лимонный сок и добавляем нарезанные листья мяты. Мелко резанный имбирь, он отлично дополняет лимон. Перемешиваем. Теперь приготовим два соуса. Первый соус пикантный. Для него мелко порежем листья кинзы. Добавляем сметану, томатную пасту и аджику. Приправим солью, черным перцем и молотым кориандром. Перемешиваем. Приготовим сметанный соус. Он будет свежий и немножко острый. Для него мелко нарежем кинзу. Редис нарежем мелкой соломкой. Добавляем сметану. Смешиваем сметану с кинзой и редисом. Приправим солью и свежим чесноком. У нас все готово, можем собирать шаурму. Лист лаваша смажем соусом. Выкладываем тертый сыр. Распределяем начинку и листья салата. Добавляем заправку. Сворачиваем в рулет, подгибая концы. Пожарим на гриле с двух сторон до румяной корочки. Приятного аппетита!